Этот парень из Сербии, да, именно оттуда, где были замечены данные женщины. Недавно он рассказал в своем твиттере о том, что его мама очень странно себя ведет. Но я думаю, странно это еще очень мягко сказано. Yeah. Okay. Если вы не поняли, никто из присутствующих у нее ничего не спрашивал. Она всегда была очень религиозной, мало с кем общалась, но это был немного другой случай. Она перестала общаться абсолютно со всеми, стала странно одеваться, днем спать, а ночью бодрствовать. Так вот, в какой-то момент они с братом проснулись от того, что услышали, как она убежала из дома посреди ночи. Они кинулись ее искать по всему району и в какой-то момент нашли, но поверьте, лучше бы не находили. Wish. Wish.